такая классная собака там сидит, медведь прямо в машине. Привет, мои хорошие, всем огромный пламя итальянский чау. У нас уже 12 дня, а мы едем в соседний городок, в город соседний, называется Баргамонер. Мы едем к Линусику, Елена, Ника, в общем, едем в гости. Но не просто в гости, а по делам тоже. Так что смотрите, что я везу с собой там. Аймисуджу. Короче, я везу бадью оливье. В общем, она там что-то будет готовить на обед. Ну, а я везу как закуску оливье. Так что... Смотрите, какая там красота. Такая ясная погода, что Альпы видны. Альпийские снежные вершины. Вот эта гора Роза. Мы едем ближе к Альпам, потому что город Баргамонера находится ближе к Альпам, конечно. И ближе к северным озерам нашим. Как я вам? Дома, конечно, глазки подкрасила. Как я вам уже говорила, что я не люблю пользоваться макияжем, но очень редко, но пользуюсь, когда надо куда-то в гости или в праздники. А сейчас в машине нанесла пудру. Вот, и кубки. Гости так гости. Кстати, хотела сказать спасибо большое, кто мне посоветовал купить шампунь в Лидле Чен. Я выбрала, ну там очень богатый выбор этих шампуней, конечно, но я выбрала, не помню, какой я именно взяла. По-моему, какой-то объем, что ли. Вот, действительно, он мало, ну, может сказать, ничем. Для меня ничем не отличается от этой марки, как Nivea. Нет, не то, что не, нет, не Nivea. От этой марки, как Pantene Previa. Вот, Pantene Previa, она дороже, а эта Chen, он дешевле. И такой же хороший, в принципе, у меня такие же волосы шелковистые, мягкие. И нормально расчесывается и не путается. Так что спасибочки. Мы еще едем. Надеюсь, что мы вовремя приедем. Потому что нам осталось 15 минут. Там сказали 12:30. Посмотрим, как доедем. Пунктуальны мы или нет. Салютати. Салютати. Чао, чао. Привет, привет. Привет. Мы Баргамонера. Приехали к Елене и Габриэле уже. Сейчас нам откроют, Рина припаркуется где-то там. Последнее время часто. Ой, Ларина! Так, мы с салатом, со своим салатом. Он перевернулся. Перевернулся. Привет. Привет, моя хорошая. Чао, Габриэль. Чао. Чао. Мы со своей закуской. Барба. Борода, значит, барба. Барба, борода. Вот мы там все. Ну что, мы вовремя всем, приехали, всем, не тарда, нет, все нормально. Все, мы хорошо приехали, даже если раньше, позже, ничего страшного. А, главное, ну хорошо, приехали. Ну хорошо, молодцы. У Линуси еще елка стоит, ну наконец. Хорошо, хоть не убрала, потому что мы так еще и не видели елку. Красивая елка. Мне нравится. А, да, вот вот эти вот белые мишки. Ее жалко разбирать. Пускай это хотя бы весь январь. Лось? Лошадка какая. Вот такой мишка тоже в шапке Санта-Клауса. Ой, будем снова с Новым годом пить. С Новым годом! Вон Наталья. Красиво. Красиво. Елочка. Тут у нее камин. Да, он горит. Сейчас, правда, солнце не сильно видно. Видно, видите, там камин у нее. Так тепленько тут возле камина. О, хозяюшка, хозяюшка. У нас, как обычно, спонтанная встреча, да? Да, да, да. Совершенно мы не собирались отмечать именно крещение, просто так совпало. Совпало, да, потому что у них, у мужиков дела там компьютерные. Да. А я говорю, вот. И мы, так, чтобы совместить приятное с полезным, вот так, это ж по-нашему. Елена в короткой юбчонке, в тепленькой. Недавно купила. Сейчас будем снова... Как говорится, праздновать Новый год и Рождество, и крещение все сразу, потому что раз у тебя елка стоит, будем с Новым годом чокаться. Да, наготовила. Получается опять так. Просто собрались встретиться, получилось. Отомщи, да? Да. Наготовила. Ну, как заказывали. О, смотри, как раз. Видишь? Как раз. Вот так вот. Опять правильно. Нет, ложку другую положу. Красиво. Мне всегда нравится твоя собака, вот эта смешная лопоухая. Такая как прикольная. Так, смотри. И, кстати, вот этот бамбук, у нас тоже был бамбук, но он пропал. Хочешь, я его подарю? Да, зачем? Не надо, спасибо.
Смотрите, как он у них разросся хорошо, этот бамбук. Хорошо, видать, он здесь на своем месте, значит, а он у нас пропал. Хорошая кухня, видите, она у них круговая такая идет, такой угол классный. Мы тут начали с щей. Такие вкусные щи, Лена. Вообще. Спасибо большое. Вкусное, очень вкусное. И итальянцам нравится, что самое интересное. Да, итальянцы тоже едят. В прошлый раз ели. Петрус съела, не съела помаду. Вместе с щами. Пустая тарелка. Вообще. Даже последняя краюшка у меня оставалась, я взяла кусочек черного хлеба, как по-нашему, прямо черный хлеб с щами. Браво. Потому что первый тост, они там что-то говорили, я говорю, так, когда уже пить начнем? Смотрите, какая Лена молодец, еще котлетки надела, и вот такая вот биштека с картошечкой. Еще и Лена, и чейн салата русанки, оливье еще у нас, вау, кальма. Какой стул, красивый какой стул. Молодец, Лена, молодец. Этому столику не наливать. А поздно уже налили. Это жачья. Она дала? Блин, едем спокойно, болтаем, пришла Елена, давай гасать. Я говорю, подожди, хоть камеру включу. Не повторю. Не просите. Ладно. Говорит, я тебя смешу, а ты тоже смешишь хорошо. Да. Я смешу, да, как что-нибудь скажу. Короче, я стала рассказывать одну историю, что... Что рассказывать, уже не помню. Уже не помню. Что, короче говоря, единственный раз только я так выпила, что я прямо действительно не могла идти. А слава. Ну почему? И я говорю, я сказала, что когда это я, когда была молодая и глупая, сейчас я уже старая и мудрая. Старая и мудрая. И все упали. Когда была молодая и глупая. Ну, просто, короче, девчонка, да, я сидела на диете, ну, как дура, дурная, сейчас этими дурацкими делами я не занимаюсь совершенно. Я тоже. Вот. Мне жалко, что они ничего не понимают. Сидела на диете, короче, по-моему, тоже что-то было перед Новым годом, что ко мне пришла подруга. Что-то, о чем-то хотела со мной поговорить, у нее была водка, она мне пришла, я, короче, на диету, на голодный желудок, вот столько, буквально столько, чуть-чуть, все, вот столько. И вот все. Просто, не знаю, там, наверное, 30, наверное, миллиграмм было. И я такая на кухне встаю, пошла у меня в коридор вот так вот, и поворот. И я на этом повороте меня как занесло. Занесло. Нормально. Прихожая такая села. Это был единственный раз. На голодный желудок нельзя вообще никогда ничего. У меня два случая, когда вообще... пропажа памяти была. Как это? О, Господи. Не буду рассказывать на камеру. Я Лену спрашиваю, завтра будешь ёлку убирать? Нет, сегодня ж сегодня гости, а завтра нет, уже завтра. Нет. Она говорит, у меня ёлка всю зиму должна стоять, это у меня нормально. Ну хотя бы весь декабрь хотя бы весь январь. Она говорит, хоть до апреля готова держать ёлку. Красиво. Я тоже один раз ёлку убрала 23 февраля и просто любовалась, каждый вечер включала. Но вот я лежу на диване, она передо мной сияет. Так вот. Да, у нас, особенно если елка не живая. У нас принято хотя бы декабрь, чтобы простояла елка, это не как в Италии. Что в Италии не раньше сажают. В Италии после 6 января уже убирают. 6 января бифана, и потом убирают. И у нас в городе 7 января уже все лучи были сделаны. Да, да, вообще, пускай хотя бы весь январь, пускай, постоянно радовало. Мужики там болтают, а мы на диванчике. Такая у нас уже солнечная погода. Мы только что с Леной эфир сделали. И ты хотели сейчас выйти мужикам помочь на улице? Они ворота ремонтировали. Ай, преза Фреда, поварина. Поливамо, мы хотели выйти помочь им морально. Они уже вернулись. А ну, только мне.
Фреда, мама! Слушайте, он такой холодный, как будто с Северного полюса. Ничего себе! Вай ты вещину стуфа. Где? Мама! Там мы тут греемся у печки. Задницу, я задницу грею, Рима греет руки и сам греется. Он так замерз на улице. Мы тут с Линой эфир, целый час мы эфир проводили, а они больше часа, получается, на улице были, да? Полтора часа где-то, офигеть. Пытались отремонтировать ворота у Лены, не получилось. Скажи, а пели как? Ой, а пели как мы? Послушайте наш эфир, там целый концерт, блин. Видела у тебя тут кладезь такой, и обратила внимание на рижские шпроты. И обратила, почему у тебя тут один бокал, одна рюмка? Это когда к нам этот приходил, который делал эти ворота. Эту мы ему наливали граппу. А это, по-моему, что-то тут мы когда ели. А я думала, это ваше. Он пьет из бокала вино, а ты пьешь водочку. Не, водочку ты пьешь, я водочку. Елена мне чай сделала, прям ванильный, запах прям ванильный, прям вкусный запах. А мужики там, а все остальные кофе? Лена, шоколадку. Это что, черный, да? Для худеющих. Арина все учит Габриэля, я говорю, все записываю, гляньте, гляньте. Уроки. Чтоб не забыть. Уроки. Да, что это? Venti chilometri mi sembra. Ma non mi ricordo. Beh, forse sì, comunque è una roba del genere. Хорошо, у меня окруженцы. Ваниль на чаю. А questo punto, carico la chiave. Colleghi la chiave. Пока там все в своих гаджетах крутятся. Ma lei lo sa tutto, non mi interessa. Что там шпионишь. Хорошая, три богатыря, хорошая картина, все в очках. А, Габриэля без очков. Такие прям умные все дела были. Айтишники. Говорят, пока... Луиди еще, Олег. Баста. Все, сто дзито. Парлати. Allora, se vuoi meno 10 te lo do. Non c'è problema. Що мені тебе сказати? Ми постійно стояли на кухні. Про що ми говорили? Про кусочки. Вот, ти сказала три кусочка, я вспомнила пісню. Три кусочка колбаски у тебя лежали на столе, а ти розказував мені сказки, тільки я не вірила тобі. Ми зараз ефір зробили, там пели пісні, у нас ще... У меня в голове, я говорю, Лена, спасибо, у меня в голове теперь до вечера будет... Один раз в год сады цветут. Это песня-драма, знаешь, драматическая песня. Один раз в год сады цветут. Вы не подумайте, мы не пьяные. Да, да, мы там только по бокальчику вина выпили, но это было давно, мы просто... Потому что нам не надо пить, чтобы быть веселым. Вот мы именно, уже вот такие именно, сами по себе. Вот именно, мы сами по себе я такие. Слава Богу, правда? Сами себе настроение создаем, особенно когда встречаемся вместе. Да, все время хохотушки. Да. Вот Лена хорошо, у нее Габриэль тоже такой хохотун, тоже шутник. Слава Богу. Нет, ну когда мы сами, знаешь. С ним редко, когда он человек настроением. Ладно, уж не гони на бедного Рима. Не гони на Рима. Не-не-не, я не гоню на него. Представляете, литр чая выпил, сейчас еще один литр чая выпил. Так ты дай мне в эту же кружку. Давай эту же. Даже можешь не выпить ее. Сейчас еще литр чая выпил. Самое главное, чтобы перед тем, как ехать, сходить в туалет, а то потом до навара не доеду. Сколько у нас? Ну, уже без 10-5. Нормально. Как что вы сидели? Это вы приехали в 12:30. Пообедали. Встретились, отметились, попели, попили. Попили, попили. Пожали, поплакали. Танцевали или не танцевали. А нет, мы не танцевали еще. Нет? Не танцевали. Не порядок. Это Лена танцевала только. Ворота мы не отремонтировали. Вот, блин. Ну, потому что Арина сказала, ну он же и инструменты тоже никакие не взял. Да, он же не знал. Нужны инструменты там какие-то специальные. Не надо мучиться, зачем? У меня же Арина электрик, разбирается, у него шарики. Вообще Арина молодец. Шарики работают. Ну, он и молодец. Это я. Так, сахар где? Там, бери. А
да, там еще осталось. Так что сейчас пойдем туда. Вот эти, они пунш сделали, представляете? Так быстро пунш. Ну, ну, грация. Саджи, да, Саджи. Колда. Он очень горячий, мы говорим, попробуем горячий. Он даже не может в руках держать, так согрел. Ну, пунш уже горячий. А мы чай горячий пьем. На, на, на. Ванильный, ванильный. Вабена, дай челентано. Челентано пиаче тутти. Celentano piace a tutti. Ah, ma c'è butto. Tutti. Quel vestito là dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ci vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. Oh, ma qualche altra, qualcosa di cilentano altro. Oh sole mio, stai in fronte a te. Addio. Oh sole mio, stai in fronte a te. Oh sole mio, stai in fronte a te. Stai in fronte a te. Vibrato, Я только глоточек попробовала горячего пунша, чуть не задохнулась. Может быть, это мне дало, я спела. Гуси-гуси, га-га-га, пес хотите, да? Да-да-да. Ну, летите. По букварю. Учили русский по букварю. Пошли подире, анке, ке нон абьямо анкора бевуто. Ну-ну-ну-ну, нет, нет, нет. Al pelo. Видите, какая елка красивая, в красивее в темноте. Белло, да? Sì, bella. A marzo sta da Dio. Una volta abbiamo tenuto. Sicuro. A questo punto gli ho detto, oh, basta adesso. Però gli ha detto, guarda, io non sono più di drago, adesso vediamo che cazzo fa. Beh, ma quello là aveva sbagliato, digli pure che quello là aveva sbagliato se viene qui nel tuo padrone in casa. Ha sbagliato con c'è una forza perché. No, no, un altro pure. Che non li ha messi. Se non li ha messi, ma non li ha messi, ma sai da chi sono. Allora, e da lì devi partire. E da lì che devi partire, però se è tutto sbagliato. Sono... Io mica tanto, però. Io ne assumo, конечно. Non assumo, non con niente. Non con niente. E poi da lì dove partire con la carta. Però se quello lì è sbagliato all'inizio. Ma tu proprio света diciamo. Как так получается, no? Ma bisogna staccare tutti i fili, trovare i fili con gli connessi. Basta soltanto che viene invertito, inizio forse, inizio con fine, sei finito. Ma non bastava staccare la pulsantiera? No. No? Bisogna vedere i fili suoi dove vanno a finire. Porco Ricci. Allora ciao Peppino. Конечно. Sì? Guarda che se viene qua un altro elettricista ti stacca tutti i fili. Infatti. Sì. Perché allora gli ho detto, ascolta, allora vediamo di sistemarlo, perché se non va, cioè, non è che posso andare avanti a mano. Allora adesso magari, non so, l'avrà chiamato o non l'avrà chiamato il suo... Se per caso senti, è venuto con mio collega, di un collega. Ha trovato che c'erano i due fine corsa, di inizio e fine, che non erano... Sono posizionati male, facciamo non li leggeri. Adesso li è spessorati in qualche maniera. Sì, giusto per vedere se li leggeri. Giusto, встреча già прошла, хорошо. Отлично, даже наша сегодня, как никогда, еще, благодаря нашему эфиру. Да. Попели, попили. Все. Чао. Пока. Страшный ствол. Пока. Страшный ствол. Страшный ствол. Это лава. Это мне бумер. Страшный ствол. Пиши. Ты